Сейчас пойдем, сколько идет. Привет, мои хорошие, мои пушистые, мои всякие. Меня все смотрят, меня даже крысы под полом смотрят. И птицы-то смотрят, и даже Бог мне смотрит, меня все смотрят. Что, знаете, еще буду делать обзор? Буду сделать обзор вот на такую штучку. Нормально, да, штучка? Так, аппетисус, желе, это, со вкусом клубники. Клубники, ну-ка, сейчас мы заценим. А, да, я забыл, ее надо же благословить, потом, короче, ее хавать. А хавать я буду ложкой, нет, палочкой. Буду палочкой хавать желе, ай, блин, и вас люблю. Ом, твамы, сахшат, шиади, шахти, матаджи, шинева, деви, намонага. Ха-ха, молодец. Позитивно же я. Так, все нормально. У вас тоже все нормально, молодцы. Так, это для превьюшки. Так, сейчас заценим желе. Ну такой, вкус хороший. Как сок, короче, разбавленный. Клубничный сок. И много-много раз разбавленный. Настроение нормальное. Так, сейчас будем палочкой, представляете? Палочками заценю желе. Вы хоть раз желе палочками заценим или ну-ка? Ну-ка, палочками желе. Не тот, этот, блин, не тот, бля. Ну, короче, не тот вариант. Состав. Не знаю. Тут что-то. А. Срок годности. На палец. Так, состав. Вода питьевая. Сироп. Это глюциогены. Фруктоза. Глюкоза. Фруктоза. Стабилизатор. Карагелолан. На-на-на-на. Короче, сейчас мы вот так ее выпьем. Так, зрение нормально. Да, в очках хожу, пацаны. Ну не солнце, у солнца защитное. Нормально такое желе. Вкусненькое желе. Ладненько. Удачи вам. Я вас всех люблю. Обожаю. Главное улыбайтесь. Улыбайтесь. А, кстати, короче, это. Прикол. Моя жена сказала, чтоб я ей дал, ну, нурку достал. Ну, я чё? Я вышел в огород. Копаю. Полтора часа копаю. Блин, надеюсь, может, ей понравится. Ладненько. Пока вам всем, мои хорошие. Пока.